Заседание штаба провел губернатор Алексей Русских. Глава региона рассказал о помощи мобилизованным ульяновцам и добровольцам, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Стараемся максимально быстро отрабатывать все поступающие запросы от командиров подразделений. Централизованное комплектование и отправка грузов с гуманитарной помощью на основе поступающих запросов осуществляется на базе фонда «Дари добро». Сейчас в приоритете теплые вещи и отопительные приборы для обеспечения быта военнослужащих. Общими усилиями на прошлой неделе 31-ю бригаду передали 2 дизель-генератора, газовые баллоны и горелки, 50 автономных генераторов. Кураторы от правительства продолжают работать с семьями граждан, принимающими участие в СВО. Их задача – помогать в решении сложных вопросов межотраслевого характера. За время работы кураторов к ним поступило почти 400 вопросов от членов семей мобилизованных добровольцев. Из них 250 вопросов, то есть более половины кураторы решили самостоятельно, а 145 вопросов направлены в профильные ведомства для более детального рассмотрения. Кураторы продолжают держать на контроле до полного разрешения все вопросы. На прошлой неделе на Ульяновскую область обрушился ледяной дождь. Дороги превратились в сплошной каток. 23 ноября часть рейсовых автобусов в Ульяновской области пришлось отменить из-за гололеда. На заседании говорили об устранении последствий ледяного дождя. В целях ликвидации последствий снежных осадков максимальное количество единовременно задействованной спецтехники на автодорогах составило 274 единицы. Было задействовано 45 единиц на дорогах федерального значения, 150 единиц на дорогах регионального значения, 69 единиц в городе Ульяновске и 10 единиц в городе Димитровграде. Для устранения скользкости на автодорогах было израсходовано более 6500 противогололедных материалов. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта здравоохранения. Большинство показателей этого важнейшего нацпроекта в регионе будет достигнуто к концу года. Кроме того, мы завершаем ремонт в 8 медицинских организациях, то есть это поликлиники взрослого и детского амбулаторно-поликлинического звена. На текущей неделе в рамках недели национального проекта запланировано множество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику социально значимых заболеваний, таких как онкологические патологии, сердечно-сосудистые патологии. На совещании подвели промежуточные итоги реализации программы обновления лифтов в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда. В этом году впервые за долгое время в нескольких домах заменили лифты. Действие программы продолжится в следующем году. Всего было запланировано 87 лифтов, из которых 84 подъемника уже смонтированы, 26 лифтов уже приняты в эксплуатацию и запущены, еще 30 лифтов будут запущены в течение последующей недели. На аппаратном совещании также говорили о кадровых изменениях в исполнительной власти. Дмитрий Вавилин сообщил о своем уходе с поста главы города Ульяновска. В Павловском районе сменился руководитель. С 15 ноября новым главой администрации Павловского района по итогам конкурса стала Анна Мочалова. Также в регионе зарегистрировано 6 случаев свиного гриппа. Все они выявлены у людей, которые не были привиты. Жителям региона рекомендовано вакцинироваться от гриппа и COVID-19. Валентина Никонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.